Привет, меня зовут Люда, и я занимаюсь Skyeng уже полтора года. Полтора года назад я решила, что мне пора подтянуть свой уровень английского языка, потому что я хотела поменять работу, начать путешествовать, вести свой блог на YouTube и играть в игры на английском языке, потому что там, где я живу, нет русской вокализации. Я подала заявку. На первом пробном уроке мне порекомендовали сразу заниматься на уровне intermediate, чтобы улучшить свой уровень. На тот момент он у меня был чуть-чуть при intermediate. Затем начался поиск преподавателя. И за полтора года я поменяла троих. И вот уже больше года я занимаюсь с Ольгой, она мой постоянный преподаватель. Мы с ней встречаемся 4 раза в неделю онлайн. Иногда бывают моменты, что я встаю за 5 минут до урока в одной пижаме, и в этот момент радуюсь тому, как здорово, что я учусь в онлайн-школе, потому что у меня есть отличная возможность не тратить 1,5 часа на дорогу и еще перед этим 1 час на сборы. Мы с Ольгой разбираем мои ошибки, она исправляет мое произношение, она рассказывает, какие лучше употреблять слова в конкретных ситуациях. Мы с ней разбираем вместе идиомы, жизненные ситуации и просто болтаем. Это реально очень полезная и большая часть моей учебы. Ну и, конечно же, мы занимаемся по курсу, который есть на платформе. Сейчас я уже учусь на уровне Upper Intermediate. И на каждом уроке мы с ней стараемся задерживаться по 2 занятия, потому что это помогает лучше его разобрать, обсудить больше вопросы, поставленные на уроках. Ну и, конечно же, я очень благодарна Ольге за то, что она всегда, практически всегда онлайн, чтобы мне помочь, например, с переводами, потому что примерно через год после того, как я начала учиться в Skyeng, мой работодатель понял, что я лучше всех в компании говорю на английском. Я начала переводить тексты, и уже к тому моменту, когда я ушла с работы, я занималась поддержкой больше 60 иностранных клиентов самостоятельно. И что мне очень нравится в Ольге, так это то, что она мой личный пример целеустремленности и того, что можно добиться всего, что угодно, потому что Ольга 11 лет училась в США, Ольга самостоятельно сдала TOEFL, поступила в ВУЗ на full scholarship, и я считаю это потрясающим примером того, что все возможно, даже если ты из небогатой семьи живешь где-то в провинции, ты можешь добиться чего угодно, если ты учишься, учишь английский язык. Ну а возможность учить онлайн дает тебе много возможностей.